Прошедшие выходные с пищевым отравлением в Новочебоксарскую больницу попали воспитанники детского сада номер 40. Михаил Игнатьев поручил соответствующим службам контролировать ситуацию. Состояние ребят удовлетворительное. Необходимо провести тщательную проверку качества поставляемых продуктов, подчеркнул глава республики. С этого вопроса началось сегодня еженедельное совещание с руководителями органов власти. Новочебоксарскую городскую больницу в прошедшие выходные в состоянии средней тяжести поступили 13 детей. ЧП произошло в детском саду номер 40. Предположительно, это пищевое отравление. Сейчас происшествие расследуют специалисты. Будут взяты пробы воды, будут взяты анализы у всех сотрудников пищеблока и у всех воспитателей. Будут обследованы все дети, которые воспитываются в этом детском саду, потому что в субботу-воскресенье многие дети были на выезде. Еще четверо взрослых там заболело, в том числе медицинский работник и работники пищеблока. Организована в садике заключительная дезинфекция. В меню детского сада на ужин были рыбно-рисовая запеканка, соус сметанно-томатный и чай с соком. Подозрение как бы вызывает вот ужин, поэтому молоко, сметана, это имеется поставщик ОАЛАИК «Козловка», и мясо, яйцо, индивидуальный предприниматель Козеев, Аказеева Оксана Ивановна. Здоровье детей опасения пока не вызывает, а качество поставляемых продуктов будет проверено. Что же явилось причиной отравления, окончательно будет ясно после проведения лабораторных исследований. По этому факту должны все работать и, проводя профилактические превентивные мероприятия, обезопасить, по сути дела, и детей, и родителей, и школьников, и студентов, соответственно. Родион Архипов, Елизавета Зайцева, Андрей Спиридонов, Республика.